Всем огромный привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Мы сегодня в полном составе, вот видите, мы все вместе собрались и отправимся в эти краснодарские холода, в очень красивое место. Мы туда поедем в первый раз, видели только на фотографиях и на каких-то определенных видосиках. Так вот, сегодня вместе посмотрим, но вы, как всегда, с нами. Погнали! Доехали до этого района, и мы уже сюда даже заехали. И сразу хочу сказать о том, что когда мы переезжали в Краснодар, мы про этот район вообще не знали. Сегодня сюда попали в первый раз, поэтому приглашаю вас вместе посмотреть на этот район. Улица Карлруевская. И вообще здесь все напоминает Европу. Вообще на самом деле здесь все напоминает типа Германию, судя по названию, немецкая деревня, но единственное, что русские березки, наши русские березки портят немецкую картину. Это так, да? Пошутили. Вообще, на самом деле, архитектура данного жилого комплекса просто великолепная. Здесь огромное количество подземного паркинга, вот видите, раз крыша, на этой территории тоже есть. Вот здесь за холмом детская площадка, мы сейчас сюда сами И пойдем дальше смотреть. Здесь безумно красиво, есть пруд, есть лебеди, своя тусовка. Вот, сегодня все это посмотрим. Этот холмик, конечно, детки оборудовали под снежный спуск, под горку. Ну, коль снег, да, пошел в Краснодаре. Вот такая здесь детская площадочка. Я вот тут, знаете, что увидел? Что здесь есть типа такой аналог горнолыжного подъемника, где тоже можно посадить свою задницу и прокатиться. Вот эти детки катаются, турнички, площадочка, и вот ребятенок едет, видите, типа на таком а-ля подъемнике. Снег тает, превращается тут же в лед, и, конечно, с нашей коляской вообще неудобно гулять, колеса просто не едут. А Настенька тем временем запускает Артема. Сейчас я его здесь подсниму. Кричи сильно. Шикс. Все, врезался. А сразу за площадочкой посмотрите, какой здесь красивый пруд, который не замерз. А что бы его замерзать, он же в Краснодаре находится, но у нас на самом деле сегодня достаточно прохладно, может быть 0, минус 1. Я вон даже, видите, перчатки одел. Так, не-не-не, туда не надо было заходить. Артём, стой. Артём, ну-ка. Будь. Нельзя заходить туда. Вон здесь утки плавают, вроде как, типа лебеди здесь есть. А еще здесь есть вот такая вот локация, оранжевый Volkswagen. Это фотозона. Короче, ребята его сдают в аренду на фотосессию. Представляете, украшают его так красиво внутри, и можно делать фоточки. Все пока под снегом, но я думаю, что летом здесь по-настоящему вообще обалденно. Вон у них типа центральная площадь, елочка стоит, всякие беседочки. Чем-то мне это напоминает Красную Поляну, да, Роза Хутор, да. Да, есть европейский стиль, но такой. Европея, да? Ну, Европея — это же соседний, я так понял, комплекс. Ну, да. А это немецкая деревня. Вот, смотрите, это у них терраса такая со стеклом. Угу. Вообще интересная тема. Всякие медведи, озеленение искусственное. Здорово. Ну, домики, вот прикиньте, такую квартирку взял. И вот с таким вот видом будешь жить. Ну, здорово. Кувшин зелененький. Да, летом сюда надо обязательно будет приехать, когда все распустится. Вон, за утками, за утки побежали. Ну, вот кто-то кормит. Ага, главное, чтобы они-то не провалились. А прикол будет. Смотрите, утки и вот черный лебедь. Вообще не боятся, подходят спокойно, как и в Евпатории. Вроде дали покушать. Если он пытается обстрелять, да.
Красотища. Здесь, видимо, какой-то ресторанчик на горе, видите? Блин, классно. А вон белые лебеди вышли. Или это гуси? Непонятно. Я не силен в этих птицах и в растениях. Уж простите. О, заходит в воду. Вообще не боится. Он круг строго. Вроде покажи, смотри. Он ручной прям. Ручные, да-да-да, ручные. Перчатку нет. Он думает, что это еда. Так, отсюда мы сейчас будем двигаться как раз вот в центр. Так называемый здесь центр в немецкой деревне. Такая площадь. Видите, стоит елка. Много что, конечно, огорожено из-за того, что падают сосульки. Вот видите, лента. Вот, туда как бы заходить не стоит. А в целом, вот они, дорожки, елочка. Да, это действительно прям Роза Хутор, Олимпийская деревня. Либо, как он там, Горки Город. Сейчас, по-моему, это все Красная Поляна. Ну, вы поняли. Я думаю, если вы там были, вы должны понять, что максимальная застройка, конечно, все это дело напоминает. И, конечно, оказавшись здесь, хочется, очень сильно хочется съездить в Европу. Ну и какая красота, а? Елка почему-то, это ограждение елки упало, не знаю почему. Так, и вот палаточки, но, говорю, чему-то идет не подойти, потому что, возможно, падение сосулек и снега. Ну, детвора заходит, все ни по чем, как говорится. Куча всяких магазинов, причем это вписано архитектурно, очень здорово. Вот всякие барбершопы, фермерские истории, Пятерочка, ну и, соответственно, елочка. Вот на самом деле все вот безумно вот так вот красиво, классно, но есть одно но, это холодно. Холодно, на солнышке становится сыро, и, конечно, гулять комфорта никакого. Но я не знаю, может быть, мы слишком теплолюбивые и тепличные растения. Ну, правда, очень как-то дискомфортно. Сюда приедем обязательно, когда будет тепло, чтобы вообще прям вот действительно понаслаждаться. Так что давайте просто я сейчас запущу дрон и посмотрите, как это выглядит все сверху. Полетели? Что не удалось полетать. Во-первых, первая причина, потому что очень холодно и на высоте сильный ветер. Я вот его поднял, он начал терять связь с пультом и сразу предупреждение, мол, типа сильный ветер, аккуратно. А плохая связь, потому что я его поднимал возле вот этой вышки. То есть это похоже на дерево, но там столько аппаратуры. Я дрон поднял буквально на 5 метров над своей головой, и он мне сразу пишет плохое соединение из-за вот этой штуки. Ну и плюс на каждой постройке столько антенн, что мама не горюй. Сейчас, наверное, здесь заедем, перекусим и попьем чай. Замерзли дико.
мы прям в этой, пошлите, деревушке заехали в Макдак, но сидеть там не решились, потому что у нас есть супер тачка. Будем кушать сейчас в ней. Смотрите, какая у нас красота в машине. Наша мультиванчик. Ты сейчас разольется. Опа. Закрываем дверь. Так, у нас вот так вот чикс. Нажимаешь на кнопку, стол выкатывается. Поднимай, Родион. Сильнее, сильнее. Сломает. Не, не сломает. Оп, все. Красота. Так, теперь делаем. Ставим эти штуки, надеюсь, там хоть что-то интересное будет. Папа, это зверополь 2, ты чё? Это детворе, так можете писать в комментариях, какие мы родители засранцы травим детей макдаковской едой. Мы травим раз в месяц. Да. А тебе нельзя, ты самый натуралист у нас, сынок. О, мама, всё, нам приятного аппетита. Вот и все, поели, можно дальше двигаться уже домой. Единственное, что я уточнил, это был обед или просто перекус? Настя сказала обед. О, отлично, обед. Еще хочу вам показать, что вот этот стол, он не просто стол, а посмотрите, сколько в нем функционала. Ну, во-первых, раз подстаканники. Радюш, не надо, пожалуйста. А здесь два подстаканники, плюс он так крутится, вертится. Здесь есть дополнительный карман, я пока телефон туда бросил, но в целом вот он такой высоты, видите? И плюс подстаканник еще под две большие бутылки, у нас литровый термос, еще сюда можно, например, воду воткнуть. И вот еще дополнительные кармашки, но я не знаю, не машина, а кайф. Так, сели еще мы, окошечко открыли, красота.